театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля очередная премьера. Спектакль «Конек-горбунок» поставил заслуженный деятель искусств Чувашии Иосиф Дмитриев Трер. В декорациях уютного старинного городка под золотыми небесными куполами артисты то люди, то куклы рассказывают забавную и вместе с тем поучительную историю в стихах. Это своеобразный режиссерский прием «Театр в театре». Так, например, в котел прыгает не настоящий актер, а кукла. Премьера спектакля стала театральным дебютом композитора Михаила Смирнова. Я, когда писал музыку, не рассуждал о том, кто негативный, кто позитивный. Мне хотелось передать общий дух, характер, какое-то действо. И я чувствую, что эта сказка, она... В ней заложена особая мудрость. Сказка про отважного конька-горбунка, который знает все наперед и помогает Ивану пройти все испытания. Их ждет удивительное открытие. Ни власть, ни деньги не заменят богатство души. Дружба и бесстрашие становятся главным залогом счастья. Спектакль учит простоте, доброте, учит простым житейским правилам: не обманывать, не укради. Вот простые такие вещи, но очень важные. Я в этом спектакле играю царь-девицу, как объяснил режиссер, не обыденную, не простую, не земную, а именно вот небесную, некое воплощение всего хорошего, всего красивого. И мудрость этой сказки такова. У каждого человека всегда есть выбор, по какому пути пойти. А в волшебном мире, какую бы ты дорогу ни выбрал, добро всегда побеждает зло. Окунуться еще раз в сказочную атмосферу можно будет 10 апреля в ДК «Тракторостроителей». Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.